рабочий график на неделю. Можно я посмотрю? Что? Так, Соня. Давай закроем эту тему. Ну почему? Расскажи, мне интересно. Соня очень расстроилась. Но она умная девочка. Я надеюсь, что она очень быстро все эти глупости из головы выбросит. Тем более, что у нее скоро экзамен по фармакологии. Ну да, как у нас говорили. Сдал анатомию, можешь влюбиться. Сдал фармакологию, можешь жениться. Миш, какая разница, что говорили 20 лет назад? Ты вообще серьезно? Какая женитьба? Они оба дети. У них на первом месте должна быть учеба. Это гораздо важнее. Ну да, а любовь это для тех, кто ничего не делает для бездельников. Так что ли? Я так понимаю, у тебя теперь совсем другая позиция. Любовь, не отрываясь от производства. Ты что, завелась-то? Я не завелась. Так, поговорила с Анной. Знаешь, она настойчиво требовала отпустить тебя с ней в Манчестер. А что, поезжай. Займешься, наконец, научной деятельностью. Развеешься. Ангелин, ты серьезно? Почему нет? Миш, я не хочу, чтобы все думали, что из-за меня ты зарываешь свой талант в землю. Езжай. Да? Михаил Петрович? Да. Вас разыскивает Анна Юрьевна. Ей срочно нужен список препаратов. Ага. Чего ты стоишь? Иди. Он сейчас подойдет. Да, иду. Надоела эта ерунда. Ты чего такая психованная? С Ленчиком не клеится, да? Ну, угадала. Чем помочь? Спасибо, уже помогла. Теперь она ему, моему брату, нервы делает. А Леня даже смотреть на меня не хочет. Алис, ну прости. Я хотела как лучше. А получилось как всегда, да? Я, между прочим, кое-что придумала. Чтобы Ленька не просто глянул в твою сторону, а заинтересовался. И как же это сделать? Мы создадим тебе новую страничку в соцсетях. Угу. Типа ты известная фотомодель. Угу. А ты уверена? Да. Он же, кроме Сони, знать никого не хочет. Вот и проверим. Давай. Так. Угу. Здравствуй, Паш. Ты не занят? Привет, Родь. Привет. Садись. Да вот пришли чертежи нового канадского проекта с этими дюймами, черт ногу сломит. Посмотри сам. Да. А ты, собственно, чего? Да вот зашел узнать тебя по поводу экспертизы Соболева. Как она продвигается? Да никак пока. Дел много. А что? Дело в том, что Глеб Борисович мой добрый приятель. Ну и вообще человек в городе не последний. Поэтому хотел просить тебя уважить его просьбу и немножко ускорить процесс. К тому же, как ты понимаешь, в его случае это так, пустая формальность. Ну хорошо. Если ты так уверен, и ручаешься за него? Я абсолютно ручаюсь. Спасибо, Паша. Всего хорошо. Не буду тебя задерживать. Ольга Анатольевна. Слушаю. Свяжитесь, пожалуйста, со службой безопасности. Пригласите, пожалуйста, Фетисова. Хорошо, Павел Васильевич. Вызывали, Павел Васильевич? Вадим Анатольевич, да. Тут вот какое дело. Это документы по экспертизе Соболева.
Я бы хотел попросить вас изучить их внимательно. Соболев. Владелец клиники. Известный человек. Вас что-то конкретное настораживает? Да нет, ничего конкретного. По документам вообще все хорошо. Только почему-то мой Шурин как-то неожиданно поручился за него. И все-таки? И все-таки интуиция мне подсказывает, как-то все гладко очень. Поэтому посмотрите внимательно. Эта игра очень важна. Стратегически важна. Угу. Политиховцы, они же сильны в обороне. Нужна особая тактика. В общем, нужно постараться, чтобы и сделать. Я думаю, стоит попробовать блокировку. Я буду справа, а ты не спеша перемещаешься с левого фланга к сетке. Резко прыжок и вынос. Ба-ба! А тут красиво. Тихо. Спасибо, что привела сюда. Это не я. Это я заслушала тебя, и ноги сами привели. Пойдем. Погоди. Соня. Сонечка. Соня. Лень, не надо. Я тебя обидел, извини. Я люблю тебя, Соня. Лень. Лень, прости, пожалуйста, но у нас ничего не получится. Я Игоря люблю. Очень. Я... Лень. Пап, можно? Конечно, сынок, проходи. Сильно занят? Да нет, ну что ты. Я хочу с тобой посоветоваться. Я тебя внимательно слушаю. Я сделал предложение Соне, и она согласилась выйти за меня. Познакомилась со своими родителями, очень хорошие люди, очень милые. И знаешь, вроде бы все как-то... Ну, было здорово, все как-то хорошо шло, а вдруг она... Она изменила свое решение. И я не понимаю, почему мы с ней даже не ссорились. Я сейчас растерян, я не понимаю, как мне быть, И мне нужен твой совет. Как бы ты поступил в этой ситуации? Что бы ты сделал? Да, сынок. Мне, конечно, будет очень сложно помочь тебе. Знаешь, почему? Нет, почему? Потому что вряд ли бы эта ситуация случилась со мной. Ты пойми правильно. И важные решения не принимаются скоропалительно. Это же все очень серьезно. Нужно как-то все взвесить. Все за и против. Присмотреться к человеку, обсудить с близкими, с родными. И спокойно, взвешенно принять решение. И тогда ситуация, ой, у меня из-под венца убежала невеста, будет просто невозможно. И ты меня, конечно, поражаешь. А чем же? Какой-то легкомысленностью, что ли? Ты пойми, сынок, это одно из самых важных решений вообще в твоей жизни. Ты только представь, что тебе придется прожить с этим человеком всю жизнь, понимаешь? Всю жизнь. Я понимаю, папа. Нет, ты совершенно не понимаешь. Ты абсолютно погружен в эту ситуацию. Ты во власти эмоций. Ты только и думаешь об этой женитьбе на девушке, который, судя по твоему же рассказу, все это как-то не очень важно, что ли. Тебе не кажется это несколько странным и безответственным? Спасибо, пап. Нет, правда, я благодарен тебе за твое мнение. Спасибо. Послушай, сынок,
Нет, послушай, ты просто, наверное, неправильно понял, насколько для меня это важно. И ты думаешь, я ожидал, что так будет? Что я влюблюсь? Так сильно, и что так сильно полюбит меня. И вот теперь я схожу с ума, я не знаю, что мне делать. Ты уверен, что она тебя любит? Ну, еще вчера я был уверен в этом на 100%. Тогда абсолютно бессмысленно сейчас что-то там додумывать. Тебе нужно встретиться с Соней и поговорить с ней напрямую, на чистоту. Если это твой человек, она пойдет с тобой до конца. А если нет, то и переживать не о чем. Она мой человек, пап. И мне очень жаль, что я не успел вас познакомить. Ты бы сразу все понял. А, кстати, эта мысль. Какая? Поехать и познакомиться с Соней. Что? Ну да, прямо сейчас. Сейчас, подожди. Ольга Анатольевна. Я уезжаю, будьте любезны, машину, и, если что, звоните на мобильный. Мы едем знакомиться с Соней. Так, прямо сейчас поедем? Да, ты же просил о помощи. Никаких проблем. Да. И пойми главное, сынок, мы с мамой примем любое твое решение. Скоропалительную женитьбу, все что угодно. Только если это негативно не скажется на главном деле. Поездки в Лондон. Понимаешь? Да. Поехали. И моя прямая обязанность. Ну, конечно, без поддержки наших чиновников и крупного бизнеса самые благие намерения ведут известно куда. Ломать не строить, а я как раз занимаюсь строительством. На базе нашего пансионата мы строим новый корпус для городского дома престарелых. Вот, картошечка пока не остыла. Это основа нашего общества. Жан, ты что делаешь? Я слушаю свое интервью. Знаешь, сколько я за него денег заплатил? Потом дослушаешь. А вот женился бы на мне. Я бы тогда сама по радио всем рассказывала, какой ты замечательный. Жениться? Угу. Но мы уже 2 года вместе. Да, ну так долго. А как ты себе это представляешь, Жанночка? Не, слушай, ты работница, я твой работодатель, и все. Так что не забывайся. Спасибо, что объяснил. А знаешь, это хорошо, что ты на мне не женишься. Если Рома знал, чем закончится, он никогда против тебя под пули бы не лез. Ты что, обиделась? Да ладно. Да ладно, Жанночка, не дуйся, не дуйся. Ты же знаешь, мне поздно уже жениться. И вообще, я человек не семейный. Кастрюли, подгузники. Я человек деловой. Если что надо, говори, куплю и подарю. Меня Клара Назаровна уже заждалась. Застегнись. Цветы? Откуда? Курьер принес. Сказал для Инги Михайловны. Алло, да, я слушаю. Кто это? Инга, привет. Инга, вам уже передали мой подарок? Глеб Борисович, это вы прислали цветы? Зачем? Вы знаете, для меня это тоже полная неожиданность. Просто я сегодня решил, что должен подарить вам эти розы. Вы любите розы? Люблю. Я вообще люблю цветы. Ну, слава богу. А я, когда их выбирал, волновался, как мальчишка. Ну, вам понравилось? Глеб Борисович. Просто Глеб. Хорошо, Глеб. Так неожиданно, и я даже не знаю, что сказать. А ничего не надо говорить. Хочу пожелать вам хорошего дня. Пап, это мама ее. Ангелина Осиповна.
Сынок, сядь в машину, пожалуйста. Что? Я тебе все объясню. В машину сядь, пожалуйста. Сядь в машину. Я потом тебе все объясню. Сядь в машину. Здравствуй. Ничего себе. Неожиданно. А что тебе надо? Это ты запретила своей дочери встречаться с моим сыном? Да, я. Я надеюсь, не надо объяснять причину? Ну, чего же. Я как раз за этим и приехал. Даже с дочкой твоей хотел переговорить. Соню не смей трогать, понятно? Это исключительно мое решение. Я категорически против их отношений. Ты знаешь, да я тоже не в восторге от происходящего. Но это прекрасно. Мы друг друга услышали. Только я не договорил. А может, у них любовь? Что? Может быть, стоит спросить их мнение? Ты не должна решать за них. Потому что ты меня плохо услышал? Я уже давно все решила. Всем будет гораздо лучше, если твой Игорь отстанет от моей Сони. Он прекрасный умный мальчик, ты ему все объяснишь, он все поймет. Если нет, я ее из города увезу, ясно? Если понадобится, из страны. Ну, конечно, понятно. Я этого не хочу, и мне совершенно плевать на чувства моей собственной дочери. И все будут жить и любить под твою указку. Но ничего не меняется. Папа, почему ты молчишь? Да нечего говорить, потому что... Я не понимаю, что значит нечего говорить. О чем вы говорили с ней? Много лет назад у нас с Ангелиной, матерью Сони, был роман. И все кончилось не очень хорошо. Не по моей вине. Ничего себе. Вот так новость. И что? Да ничего. Поговорка есть такая хорошая. Все, что не делается, все к лучшему. Я тебя очень прошу, пожалуйста. При матери никогда не упоминай имени Ангелины, ее семьи и Сони. Не нужен ты ей, понимаешь? Не нужен. Такая же оказалась, как и мать. Машину останови. Нет, пап, я люблю ее. Я сам буду решать, нужна она мне или нет. Соня? Очень было плохо без тебя. Мне в тысячи раз хуже. Послушай, давай договоримся, если мы с тобой, не дай бог, когда-нибудь еще раз поссоримся, мы встретимся на этом мосту. Вот на этом месте. Пусть это будет нашим местом, хорошо? Мы не поссоримся. Мы не поссоримся, я обещаю. Что-то ведь случилось. Угу. Ты мне объяснишь? Я узнала одну тайну. А я даже не знаю, как тебе об этом рассказать. Это связано с нашими родителями. То, что они по молодости были вместе, то, что у них был роман, тоже мне тайна. Я знаю об этом. Какой роман? Как, ты сейчас не об этом? Нет. Нет, я вообще-то о том, что наоборот, твой отец, он ненавидит мою мать. Нет. Я сейчас объясню, я... Ты знаешь, как умер твой брат? Ну, то ли корь, то ли ветрянка, ну какая-то детская болезнь. А почему ты вдруг спросила? Потому что моя мама может быть в этом виновата. Что за глупости? Нет, почему вдруг? Послушай, тогда в деревне не было даже фельдшера, и дороги размыло дождем, и чтобы добраться ночью до ближайшей больницы, это было почти нереально. Накануне моя мама уехала в город. И вот она себя винит в том, что оставила нас с братом одни. Ты точно это знаешь? Ну как точно? Это то, что мне рассказывала бабушка Зоя, когда жива еще была. Они с мамой таки не успели помириться. Каждая винила другую. Ну все,
Это не важно. То, что было в прошлом, на меня осталось. Любили они друг друга или наоборот, это все нас это не касается. И главное сейчас то, что у нас с тобой. Ты правда так думаешь? Я думаю, что мы сами должны строить свою жизнь. Правильно. Хорошо, хорошо. Я поговорю еще раз с мамой. Так. Но если она вдруг будет против, что тогда? Тогда ты соберешь свои вещи и переедешь к нам. А Лондон, а родители твои? Не знаю, что им придумаем. Придумаем, я думаю, что все будут довольны. Я перееду в Лондон. Я в любом случае поеду в Лондон. Я сниму себе там квартиру, рядом с кампусом. А ты оформишь академку. И прилетишь ко мне. И мы будем жить там вместе. Будешь заниматься хозяйством. Язык будешь учить. Белок в парке кормить будешь. Любишь белок? Люблю. О. Догоняй. Ребята, подходите. У нас сегодня акция. Ух ты, какая? Одну вещь покупаешь? Вторая в подарок. Чего это? Давай посмотрим. Смотрите. Вот. Берите, берите. Это ж почти как обручальное кольцо. Да? Тогда мы точно берем. Держи. Спасибо. Обручальное кольцо? Ну, тогда этим браслетом я беру тебя в жены. Если ты, конечно, согласен. Анна, уже поздно. Садитесь, я вас подвезу. Садитесь. Холодный, там щи на плите. Тетя Маш, не хочу я ничего. Теперь я ничего не хочу. Что, подружка отворот-поворот дала? Ну, ты не переживай. Я вот тебе огурчики принесла, сама солила. Наливочка своя. Мне вот интересно. А с чего вы взяли, что дело в подружке? Так ты ж который день ходишь, как воду опущенный. Ну, если бы у тебя больной, ну, не приведи, Господи, умер бы на дежурстве, ну, ты бы утешился уже. А так, ну, какая еще другая причина может быть? Вам бы в пифии податься, тетя Маш. Цены бы не было. Ну, а кто такие это пифии? Пифия? Прорицательница в Древней Греции. Ой, Ленька, Ленька, да чтобы понять, что с тобой происходит, никакая Греция не нужна. Тебе девушку надо найти хорошую, да поскорее. Раз Пифия и боги велят искать хорошую девушку, слушаюсь и повинуюсь. Ой, балабол ты, Ленька, балабол. Ешь, это тоже настроение поднимает. Да, помню, как под Новый год трубу прорвало, и отопление отключили. Все обрадовались этому поводу, только не вы. В пальто, в перчатках, изо рта пар идет, а вы работаете над экспериментом. Вот тогда я подумал, из этой аспирантки толк будет.
Если бы вы мне тогда не помогли, у меня бы ничего не получилось. Одного моего геройства маловато для успеха. Нужны еще знания и опыт. У нас с вами был отличный тандем. Да, был. Был. Знаете, Аня, тратить свою жизнь для того, чтобы выступать с трибуны, защищать какие-то идеи, на мой взгляд, глупо и бессмысленно. Если ты пришел в профессию по призванию, гораздо важнее и интереснее просто лечить людей. Спасибо, что вы меня подвезли. Может, зайдете на чай? Я домой поеду. Моей девчонке домой вернуться, надо их накормить. Люблю готовить. До завтра. До завтра. Ого! Прогресс на лицо. Это мой коллега, просто не было такси, он меня подвез. А, ну да, конечно, такси. А что это? Что? На тебе что? Это ты так для пациентов вырядилась, как в театр? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Мам! Пап! Нет никого. Надо вещи, наверное, забрать. Точно. Чемодан в комнате. Давай помогу. Сработало. Это Леонид. Так, мне нравятся загадочные девушки. Повстречаемся. Привет, да. Нет. Тась, ну мы же почти договорились о встрече. Если ты хочешь, чтобы у тебя с Леонидом все сложилось, будь стервой. Веди себя как Соня. Помнишь, как колбасила Игоря после праздника? У нее явно на него серьезные планы. Не иначе, как замуж собралась. Думаешь, она его не бросила на самом деле? Алис, ну ты как дурочка. Она очень-очень хитрая. И мы еще о ней услышим. Помнишь мое слово? Ага, бездельничаем. А потом что будет? Папочка, купи оборудование. А ты что? Ты вроде как учиться сюда приехала. Или мне показалось? Вы правы. Просто я передумала. Я решила, что лучше я найду себе жениха красивого, богатого, щедрого, и мне не придется учиться и работать. Как вам мой план? Потрясающе. Я вот прямо вижу, как щедрый, богатый и умный по всему свету тебя ищет. Обрыдался. Посмотрим. Алиса, экзамен на носу. Спасибо. Пожалуйста. Как с маленькой. И вообще, я в самом деле хотела универу помочь. Попросила отца купить новое оборудование для лаборатории. Ну, я что ли виновата, что препод обалдел и пятерку мне поставил? Ну, теперь все думают, что я специально это сделала, чтобы экзамен не сдавать. А что, не из-за этого? Что? И ты туда же? Все, теперь ты моя. Я и была твоя. Глупый.
конечно, куда мне до тебя, умница? Ты же учебники под подушкой держишь. Как ты догадался? Не поверишь. Упирается в затылок. Я могу поспорить, что там какой-то средневековый талмуд про ужасные болезни. Спорим? Не угадал. Блин, надо было на что-то спорить. На географических картах прошлого изображали пространство, где были начертаны три слова. Здесь обитают львы. Такие же неисследованные области есть и в душе человека. Где-то внутри нас бурлят страсти. И об этом темном уголке души можно сказать. Здесь обитают львы. Так, и какие у тебя львы там скрываются внутри? Мышей и тех нету. Папа скоро придет. Ну и что, пускай приходит. Одевайся. Одевайся. Доча, ты дома? Соль, представляешь, я тебе принес конспекты по фармакологии, которым я... Дочь, можно тебя на минутку? А, Михаил Петрович, извините. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что у меня абсолютно серьезное намерение. Соня, я жду. Михаил Петрович, я честно пришел к вам, чтобы просить руки вашей дочери. Молодой человек, вам лучше сейчас покинуть наш дом. Пап, ну зачем ты так? Нет. Я не уйду. Если мы уйдем, то мы уйдем вместе. Ты уйдешь после того, как поговоришь с мамой. Вы это серьезно сейчас? Соня совершеннолетняя, пускай сама принимает решение. Я сейчас разберусь. Папа, хорошо, я дождусь маму, но вы должны с ней понимать, что у нас все решено. Угу. До свидания, молодой человек. Я тебя в кафе подожду. Mm-hmm. Здесь рядом. Хорошо. Пап. Папа. Но ты ведь меня всегда понимал. А я без Игоря умру. Прям-таки умрешь. Угу. В расцвете сил. Угу. Тебе ведь меня будет жаль. Смотри. У Игоря вторая половинка моего сердца. И вообще, он ведь абсолютно прав. Ваше прошлое нас не касается. Дочь. Что по мне, я готов забыть прошлое. Любите? Женитесь. Только ты должен помочь мне уговорить маму. Тихо. Ну я в муке. Ну, куда пальцем? Обожаю твои блинчики. Ой, подлинный. Ты обещал, помнишь? Уже обещал? Да. Ага. Хитрюга. Поговорить надо. Ты знаешь, мне тоже. Миш. Игорь приходил. Да ты что? Да, просил, практически требовал руки нашей дочери. О, боже. Ну, а что поделаешь, Сонька в него по уши влюблена. Что скажешь? Я что скажу? Угу.
А я скажу то, что я с самого начала должна была ей сказать. Я скажу и правду. Подожди, какой правду? Ты уже и так все сказал. Ну, слушай, ну, ребята любят друг друга. Ну, пускай поженятся. Я лично на их стороне полностью. 20 лет прошло, уже пора все забыть. Да не получается все забыть, Миша. Я тебе всегда говорила, что я ничего не помнила из того, что в лесу тогда произошло. Ну. Так вот, я знаю одного из этих подонков, которые тогда на меня напали. Хорошо, почему ты мне раньше об этом ничего не говорила? А зачем? Тебе зачем эти подробности? Объясни мне. Смысл? А сейчас зачем ты хочешь все рассказать? К чему эти подробности? Какой в этом смысл? Да потому что это Родион. И кто это Родион? Миша, Родион. Родной брат Инги. Куда ты пошел? Чего ты молчишь? Ты вообще понимаешь, что я тебе сейчас сказала, Миш? Наша Сонька может оказаться двоюродной сестрой этого Игоря, Миша! Не кричи, не кричи. И ты в таком состоянии ей сейчас хочешь рассказать, что я ее не отец? Так ты ей не отец, Миш, к сожалению. Поэтому не лезь, пожалуйста, я сама с ней разберусь. Остановись, я прошу тебя, не надо. Не Миша, надо Миша, сейчас это делать. Я столько лет молчала, ты посмотри, к чему это привело. Не лезь, пожалуйста, я тебя прошу! Да? Соня, а ты что делаешь? Я собираю вещи. Зачем? Потому что меня ждет Игорь, и я буду жить с ним. Соня, ты не можешь выйти замуж за этого мальчика. Мне очень-очень-очень жаль, правда. Понятно. Мам, мне тоже очень-очень жаль, что папе так и не удалось тебя переубедить. Но это ничего не меняет. Подожди, нам надо поговорить. Извини. Подожди. Мама, нет. Сонь, прекрати, послушай меня. Сонь, подожди, я сказала. Мама! Это действительно важно. В тот день, когда умер брат Игоря, на меня напали. Я не помню, сколько было этих подонков, но одного человека я запомнила очень хорошо. Это был Родион Думанов, родной дядя. Меня каким-то чудом спас Мишка там, в лесу, потом отвез в больницу. Позже выяснилось, что у меня будет ребенок. Мне предлагали делать аборт, но мы, конечно же, с Мишкой на это не согласились, потому что он меня очень любил и очень хотел семью. Ты понимаешь? Ребенок? Это я, что ли? О, Господи. Я-то думала, ну, что у меня семья, что у меня родители, которые друг друга любят. А вам, оказывается, аборт предлагали. А вы, добренькие, отказались. Пожалели выродка, да? Что ты такое говоришь? Ты что? Мы с папой очень тебя любим. Как ты сказал? Папа? Может быть, мне его лучше называть Михаил Петрович? Потому что он мне никто. И этот никто только что сказал, что он хочет забыть прошлое. Я-то думала, он обо мне заботится. Он просто боялся, что правда наружу вылезет. А Игорь? Как же мне Игорю сказать, что его дядя насильник? Ты имеешь право ничего ему не говорить. Мы просто все забудем про эту чудовищную историю. Я больше всего на свете не хочу, чтобы наше прошлое изуродовало твое будущее, понимаешь? Я не хочу этого. Мамочка! Да ты только что сама все изуродовала. И мое прошлое,
мое будущее, всю мою жизнь. Да. Соня. Соня, почему ты трубку не берешь? Все нормально? Да, все в порядке. Я просто... Мне нужно было кое-что собрать. Учебники, тетради. И знаешь, сейчас уже достаточно поздно. Мне не очень удобно ехать к твоим, поэтому давай перенесем до завтра. Соня, ты не передумала? Нет, что ты. Все в порядке. Встретимся завтра на нашем месте. Ну, тогда хорошо. Ты только представь, завтра мы уже будем в моем доме. Мы будем вместе. Навсегда. Навсегда. Да. Навсегда. Проезжал, вспомнил о вашем приглашении. Может, оно еще в силе? Насчет чая. Да, конечно, вы проходите, извините, я в таком виде. Да нет, это я вам помешал, вы отдыхали, простите. Нет, вы что, вы проходите, я сейчас переоденусь. Туда? Да, пожалуйста. Всем привет. Ой. Мам, пап. Сынок. Лен, тарелочку. У меня новости хорошие есть. Прекрасно, потом расскажешь все новости. Давай. Не хочу я есть. Не сейчас. Что значит не хочу? Я представляю, как ты в Лондоне будешь питаться. Все эти бургеры, чипсы и всякая дребедень. Ну да, тебе дай волю. Ты, сыночка, в Лондон экспресс-почты паровые котлетки отправлять будешь. Буду. Мам, пап. Мам, откуда у него аппетит? У него же невеста сбежала. Вот. Спасибо. Да, по поводу сбежавшей невесты. Так, сбежала, не сбежала. Да нет, все не в этом дело, мам. Все это ты потом нам расскажешь. Мам, главное буду, помнить, мам. Что все к лучшему. Послушайте. Давай мяско поешь. Да нет, да не хочу. Мяско да поешь. Не хочу мяско. Мам, послушайте меня наконец. У нас с Соней все отлично. И завтра она переезжает нам жить. В смысле переезжает? В прямом, мам. Будь жить вместе с нами. Я люблю Соню, а Соня любит меня. Она моя невеста, почти жена. Жена? Угу. Минуточку, а Лондон? Паша, а что ты молчишь? Скажи что-нибудь. Сынок, пап, не надо ничего говорить, я сам все объясню. Дорогие родители, я полечу в Лондон. Я буду учиться. Это, кстати, было условием Сони. Ну, спасибо ей за это огромное от всех нас. Давай обойдемся без сарказма, пап. И вообще, ребят, вы меня прям расстраиваете. У вас такие кислые лица, как будто у вас на носу похороны, а не свадьба. Ну, ты извини нас за это, сынок. Какая свадьба? Я ничего не понимаю. Я сейчас с ума сойду. Ну куда ж так торопиться? Еще успеешь. Ха-ха-ха! Ну что ты теперь, мам, скажешь про свободную любовь, а? Мне так грозилось. А Игорек наш скоро Соньку к нам в дом приведет. И прямо в постельку. Так, замолчала и пошла готовиться к экзаменам. Там бы так выступала. Я-то помолчу. Только что изменится, а? Игорь!